6 мая 23 года, ну вот решил я здесь вот посадить на балконе у себя горох. Вот такой вот горох я купил, красивая такая пачка. Что тут на ней вообще написано, я тут так ничего и не понял. Ничего не понятно, ни сколько граммов, ни сколько штук, вообще ничего не указано. Вот на этой пачке хотя бы, на этой пачке хотя бы вот написано, что здесь примерно 200 растений. Примерно. То есть может быть чуть больше, может чуть меньше. Так, теперь дальше. Вот в этом вот магазине, называется Денер, в нем, значит, купил я вот эти вот семена. И стоят они у нас 2 евро 49. Вот этот вот 20-литровый мешок земли стоит у нас 6,99. А вот 10-литровый мешок земли стоит 5,99. То есть за все вместе отдал 15,47. Интересно, сколько можно купить зеленого горошка на 15,5 евро. Мне кажется, столько гороха у нас не вырастет. Вот этот вот горох я его купил в магазине, называется Kaufland. Сколько он у нас стоит сейчас, по-моему, да, вот оно написано, Zeme Ryan 1,79. Вот. Ну ладно, тогда сейчас. Ну и, конечно, что еще? Здесь вот примерно пишут расстояние. Так, глубина. Написано глубина 4 сантиметра. Расстояние 3-4 сантиметра между растениями. Ну и скорее всего в такой вот ящик, скорее всего, в один ряд, то есть там нету смысла много садить, это просто бесполезно, все равно ничего не вырастет.